Всем привет, всем здравствуйте. Я не смогла вылазить на улице. Где у нас показано? Там сейчас покажу. Подождите, я запушу. Вот. Я не смогла вылазить на улице, потому что я долго спала. Вот. Ну, в следующий раз я обязательно вылезу на природе. Вот. Сегодня я спала до 10 часов, и вот такие дела. Видите, кстати, сколько я вышла. Вот, доступ к таких делам. Сколько я уже вышла. Кстати, у меня остался вышить вот это последнее, четвертый ряд, и потом я уже перейду уже к новому листу. Это получается, новый лист я буду рисовать где-то в феврале. Тут получается сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, то есть спустя 5 месяцев. Вот, вот такая работа у меня будет. И в итоге мне вот работа идти, ну, где-то около года почти. Я никуда не тороплюсь, но я хочу сказать, что я больше такие работы покупать не буду, потому что они, в принципе, хорошо вышиваются, но, ну, вы знаете, надо, так сказать, на любителя. Вот такая работа я... А там это единственное, что там высыпается небо. Ну там борт неба и, в принципе, легкая работа. Вот, поэтому она такие дела. Вот. Это маленькая работа. Но она вроде такая небольшая работа, не маленькая работа, но все равно я ее отсываю потихонечку. Вот. Поэтому. Ну, конечно, я ее соревную вместо с этим. А так она у меня работа идет. Ну, всем пока, всем до свидания, до новых встреч. Пока. До свидания.